На долю этой женщины выпало множество жестоких испытаний, но вопреки всем трудностям она не просто смогла выстоять и состояться в профессии, она излучала исключительный свет. Так говорят о представителе Владимирской школы пейзажной живописи Нине Сергеевне Луговской. Ее не стало вот на 1993 году, но ее творческое наследие по сей день бережно хранят во Владимире. Познакомиться с ним сейчас можно в областной научной библиотеке. Она была первоначально театральным художником, но потом стала художником-живописцем. И практически она была единственной женщиной, которая вошла в художественное объединение, которое, ну, неформальное художественное объединение, которое теперь называется Владимирской школой пейзажной живописи.